Козловский. В этом сезоне здорово выступили на этапах. Как отмечал Максим, выиграли оба своих старта. Причем обыграли Тарасова Морозова и один раз, и второй. И в финале неудачно выступили в произвольной программе, что не позволило им подняться на пьедестал почета. Пара, которая тренируется в школе Тамары Николаевны Москвиной, у Артура Минчука. Александра Байкова, Дмитрий Козловский. По элементам, я считаю, кроме вращения параллельного, потому что очень широко и во втором положении разошлись, но вообще молодцы, очень хорошо собрались. А потом мне хочется сказать про Антона Сикарулидзе. Знаете, наступает такой момент, вот людей, которые занимаются бизнесом, а он занимается большим бизнесом, и он все равно тянет всех на лед, на фигуристов, да? И вот он создал школу, которую отдал в руки Тамары Николаевны Москвиной, да? И он помогает всем спортсменам. И это его школа. Газэнерго, сервис. И я благодарю тебя, Антон, за то, что ты потрясающе катался. За то, что мы плакали, когда ты катался с Леной. Мы плакали от восторга. Я видела первую вашу тренировку, когда Тамара Николаевна вас показывала в Днепропетровске. И я никогда ее не забуду. И за то, что ты Тамару Николаевну облагодетельствовал, можно сказать, то, что ты создал ей условия, продлил ее жизнь в спорте. Потому что тренеры работают практически до самой своей смерти на льду. Спасибо тебе за это большое. И вот у тебя на этом катке и у нее выросли прекрасные пары, одиночники. И дай бог тебе
здоровья и, дай бог, процветания твоей прекрасной компании. Максим, что ты можешь сказать вот про вот поддержку? Ну, я прежде всего хочу похвалить ребят, потому что прекрасная короткая программа, опять выкатана, чисто. Если уже прям придираться, там, конечно, я могу сказать о расхождении в вращении параллельном, вы это сейчас видите, и довольно далеко друг от друга ребята вращаются, но все это опыт, это все нарабатывается, и все это будет. Поддержка немного медленно, то есть очень сложный вход, теряется скорость на поворотах. Но это такие мелочи, это уже просто придираюсь, потому что я думаю, что... Нет, это не, ты не придираешься, это мастерство. Выброс Саша, конечно, сделала, это дорогого стоит. То есть выброс печатала такой, что, я думаю, +5 от всех судей должны быть обеспечены абсолютно точно. То есть прекрасно.